Во Владивостоке стартовал дебютный литературно-театральный проект «Молодые драматурги Приморья», организованный региональным министерством культуры и архивного дела совместно с департаментом по делам молодежи. Всего на участие поступило 88 заявок, из которых организаторы отобрали 50. Мы хотим увидеть, как молодежь реагирует на обстоятельства вот в современном мире. Нам сейчас нужны современные Василий Теркины и Иваны Бровкины. И как в рамках СВО наши ребята проявляют русскую смекалку, как они выходят из тяжелых ситуаций и из положений, не теряют присутствие духа и стойкости духа. А девочки, жены, матери, сестры, соседки, близкие, друзья, невесты ждут своих ребят, но тоже не теряя присутствия духа, не унывая, с оптимизмом, поддерживают своих ребят. Вот это мы хотели бы увидеть в пьесах. Начинающие авторы будут обучаться основам драматургии на бесплатных семинарах и мастер-классах, узнают теорию драмы, научатся основам работы над пьесой. Занятия будут проходить в течение февраля каждый понедельник, и уже в марте участники должны будут представить свои итоговые работы. На самом деле мы просто очень четко понимаем, что у нас есть ожидание конечного продукта. Это конкретная постановка с гостями в лице ваших друзей. Также организаторы подчеркнули, что начинающие авторы стали частью серьезного литературно-театрального проекта, благодаря которому они не только приобретут знания и умения в искусстве драматургии, но и познакомятся с интересными людьми. Олег Завьялов, Анна Дьякова, новости на Восьмом.